Прежде чем выйти на манеж, юные всадники седлают лошадей. Сегодня блистать на публике предстоит всем четвероногим спортсменам. Конно-спортивный клуб отмечает свой 7-й день рождения. Дарья Вдовина выступает на лошади с гордым прозвищем «Гвардия». На ней девушка получила первый юношеский разряд. Рассказывает «Гвардия» – дама способная, добрая, но все же с характером. Просто замечательная лошадь, добрая, отзывчивая, быстро учится всему. Она не любит жесткость, она отвечает тоже жестко, то есть ей нужно очень мягко, гладко, и чтобы по-доброму к ней относились, вот как она сестра моя. Даже когда у меня нет тренировок, я прихожу сюда и сижу с ней, могу даже часами просто разговаривать. В клубе занимаются свыше сотни юных спортсменов. Многие из них не раз становились призерами и победителями соревнований различного уровня. На представлении по случаю праздника только самые зрелищные выступления. Конкур, где спортсмен на лошади преодолевает барьеры, парные номера, а также элемент высшего пилотажа – управление лошадью без уздечки. Не обошлось и без творчества. Шквал аплодисментов сорвал номер «Ангелы и демоны». Спортсмены показали сложнейшие элементы выездки. Лошадь любит людей сильных духов, так скажем. То есть, если человек не уверен в себе, если он сомневается, то лошадь начнет гнуть свою линию поведения. Для лошади важно лидерство человека. Если всадник не лидер, то лидером станет лошадь. Учим в первую очередь детей, чтобы они стали лидером по отношению к лошади. Без жестокости, но с настойчивостью. В течение года юные участники клуба привозили призовые места со всех соревнований. Тренеры говорят, залог успеха в том, что спортсменам удается дружить с лошадьми. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.